Ребят, всем привет! Вы сейчас просто охренеете. Потому что я купил прозрачную лодку. Вот она. Вес лодки, кстати говоря, всего 35 килограмм. Ну, совсем шмурдюком, чуть-чуть побольше. К разговору вот о весе и размере этой лодки. Значит, получается... О, прилипло. Что? Вот эту лодку вы просто спокойно в багажник одно сиденье складываете. Здесь 1,50 м вот эта вот штука. Вся с коробкой там, ну, 1,90 м, но это не важно. Вот сейчас вот эта вот одна лодка без вот этих... ну, это тут лавки. Лавки, весла. Сейчас посмотрим. Вот она, 1,50 м. Вы спокойно в багажник ее вставляете, и все, и поехали. Лодка стеклопластиковая. Это рип с надувными баллонами. Я такую лодку видел на выставке. Получается, это компания Windboard. Вот она делает такие лодки прозрачные. Сегодня такая погода, что там даже без прозрачной лодки все прозрачно. Но это такое дело не всегда. Во-первых, это для того, чтобы снимать вам вообще супер-мега-бомбические видео. Вот, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, трогайте свои обязательно колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Так, ну а нам надо сначала спустить Фортис на воду. А то вчера получилось так, что прилива не было, и пришлось оставить его здесь и ждать. Вот сейчас прилив только пришел. Так, мне самому очень интересно, что там вообще, как это все выглядит. Потому что, ну, одно дело на выставке посмотреть, а другое дело самому поплавать, попробовать вообще и поснимать красивые для вас кадры. Ну и вот, в принципе, видите, это, я так понимаю, что оргстекло или стеклопластик, кто как это называет. Сейчас я ее разверну, накачаю. И вот сама палуба. Такая красивейшая. Транец, весла, все в отдельной сумочке. Получается... В чем прикол-то, то что в одного можно эту лодку самому погрузить, разгрузить, собрать, разобрать. И, то есть вес распределен. Вот здесь, наверное, килограмм 15, ну и вот там примерно около 15. Самый большой интерес вызывает у всех, как вот эта вот коробочка разворачивается. Сейчас покажу. Вышли мы на воду с этой лодочкой, и, как всегда, задул ветерочек сразу же. Пока собирали, ветерочка не было. Вот так вот это все выглядит. Сейчас покажу поближе. Сейчас мы пойдем на мелководье. Я покажу, как вот это вот все работает, как это все через это видно. Сам прикол, что вот смотрите, транец, а там вода. Ну, то есть, получается, вот эта вот перегородка, она держит воду, чтобы вода не попадала в лодку. А вот сам транец уже находится в воде, и вы сюда вот мотор вешаете. Ну, нам мотор не нужен. Я тут водички чуть-чуть набрал в нее. Вот такая вот красотища от компании Windboard. Так, кстати, размер 3 метра. Сейчас покажу шильду, что-то они пишут. И можно сюда даже мотор десятку поставить. Вчетвером на ней плавать. 300 килограмм выдерживает. Ребят, ну как всегда, когда надо снимать, начинается дождь, ветер и все остальное, понимаете? А как только мы там собирали эту лодку, там 7 потов сошло с нас, блин, и мухи все искусали. Сейчас посмотрим, как это все будет видно. Смотрите, ну так, в принципе, водичка. Дождь, конечно, очень сильно мешает нашим съемкам. Так, ребят, несмотря на дождь, я пытаюсь сделать для вас красивые кадры. Вот ситуация, да? Смотрите. Опа. Смотрите, какой красавчик сидит. Видно вам? Сейчас я прислоню камеру. О! Можно нырять за ним. Ну, это незаменимая вещь, я думаю, для, знаете, когда с детьми вы ныряете, либо просто плаваете с детьми. И вот, чтобы
дети могли посмотреть, что там происходит. Так-то не всегда видно, но если вот так вот прислонить камеру, там у нас сидит крабик. А вот смотрите, что мы уже тут насобирали с помощью нашей лодочки. Сейчас еще попробуем пособирать. А вот еще один экземпляр хорошенький водного биологического ресурса под названием краб камчатский. Ну, я сегодня не взял лицензию на краба, поэтому просто так полюбоваться и все. Ручками помахать ему. Мы сегодня достаем гребешка, ежика. Сейчас посмотрим. А вот гребешки лежат. Вот за этими гребешочками надо нырнуть. Да, дождик сильно мешает. Ну, в общем, смысл, ребят, такой, что вот вы так вот плывете и, в принципе, смотрите без маски, без там каких-либо дополнительных оборудований. Единственное, что у меня вода 8 градусов здесь, а на улице плюс 20, и поэтому стекло потеет. Ну, соответственно, если будет у вас, ну, как бы вода там 18, ну, как обычно, в центральной полосе, то все будет гораздо лучше. А у меня, вот видите, вот такая вот ситуёвина. Вот впереди лодки, видите, вот эту вот дощечку такую с искусственным тиком. И такая же должна быть сзади лодки. Но я ее снял, чтобы, ну, как это называется, чтобы лучше картинка была. Но из-за того, что стекло потеет, картиночка не очень получается. Но мы сейчас вот так вот в эту сторону повернемся. И камеру прислоню. Будет интересно. Сейчас у нас отлив. И, слава богу, дождик с ветром прекратились. Можно поплавать. Ну, слушайте, ну, вообще, водичку режет хорошо. И идет так. Лавка скользкая. То видите, как видно, то есть, когда ты просто на воду смотришь, и когда ты смотришь через лодку. Сейчас я камеру прислоню. А вот так через лодку. Видно. Сейчас Серега нам достанет еще гребешка, которого мы нашли. Я вам буду все это снимать через лодку. Что, поймал? Да, держи. Еще есть? Да. О, какой хорошенький, красивенький. Под цвет пола в лодке. Давай, доставай еще. О, только ветер кончился, мухи прилетели. Ну что это такое? Че, руки замерзли? Все, тут нету ничего, надо дальше ехать. Сейчас еще дальше поедем, пособираем.
О, ежика достал, нифига себе. Крутяк. Смотрите, какой хороший ежик. Гребешочек. Еще. Че, там есть еще что-нибудь? Крапон еще ползет. Че, еще один, что ли? Ого. Какой здоровый. Капец. Ну вот, смотрите, наш улов на сегодня. Это у нас, ну, гребешочки Серега насобирал. Это медиолус. Смотрите, какой здоровищий медиолус. Ну, это та же мидия, только морская получается. Ну и ежики. 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 Хорошенькие, большие ежики. Это, ой, я не знаю, что это такое. Это что-то вместе с медиолусом попалось. Похоже на морской огурец. Ну, мы сейчас тут рассортируем все это дело. Смотрите, как закрывается. Сейчас палец прижмет мне. Оп, закрывается. Сейчас если воды сюда налить, они еще плеваться будут. Ребят, ну что, вот такая вот интересная лодка с прозрачным дном. Это как бы не последнее видео с этой лодочкой. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, трогайте свои колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на другие площадки. Это Яндекс.Дзен, Рутьюб и ВКонтакте. Все, ребята, надеюсь, видео для вас было очень интересно и полезно. Поэтому всем удачи, всем пока.